делать детские валенки. На детские валенки надо фунт один. Вот уже у вас получается форма валенка. Уже да. Вот сейчас будем ее кладить еще, чтобы сел все на место шерсти. Чтобы у вас появилась форма, да? Ну да. Что валенок маленький, что маленький ребенок. Добавляете, у вас там тонко, что ли? Конечно. Вот тут я пальцем. Все, форму делаем. Получился. Сейчас будем его немножко, чтобы все, все прилип. Намотаем. И сейчас будем чуть-чуть, чтобы все прилипло там. Надо каждый раз менять местами. С одной стороны такие же приемчики, с другой стороны так же прилип. И у нас тут сейчас получится почти по-другому готовый. В разные стороны надо поворачивать, чтобы валенок учился одинаково. Все ровно учился. Ровно со всех сторон, да? Сейчас будем проверять, где тонко, где. Вот сейчас плавать на брызгать и еще раз так же накатаешь, еще готовый будет уже. Делаем, ну и его на кипяток отпускаем. Кипятка там минут 2-3-5 полежит. И вытаскиваем и начнем катать по мокрому уже. Приемы с одной стороны сбоку, потом переворачивается на другую. Такой же. Это чтобы пятки, носки все были идеальными. Потом переворачиваем на бок. Сажаем уже голенищу. Голенищу сделали, будем головку сажать. Форма носа, что получилось? Форма носа. Форму носа сделали, потом пятку. Вот, туем туда. Пятка был покрепче. И тоже сажаем пятку, чтобы подержался, не разбился валенок. Как валенок готовый примерно. И туда уже вставляем колодки по размеру. Какой размер? Так, колодки забили, выпрямляем ее. И все, вот. Уже валенок готовый. И сушить в печь. Сушить в печь. И потом вот, получится вот такой сухой валенок. Потом, да. Жена вышивает и на продажу.